Приветствую вас, уважаемые зрители канала Игорант. С вами Игорь. Сегодня я вышел на прогулку в лес. Погода тихая, ветерка нету. Недавно смотрел канал один про Толяна. Это один из первых каналов, который я увидел на Ютубе. Всем привет, это Толян. Добро пожаловать на мой новый канал. Это видео в первую очередь для тех, кто меня еще не знает. И этот парень, что ему лет 25, наверное, сейчас я его увидел впервые лет 5 назад. Он все время сидит дома, нигде не работает. И снимает видео. Он начинал снимать с телефона, потом камеру приобрел со временем. Он пишет видео на всякие разные темы. Видите, как она неаккуратно накладывали то, что тут лук, и вот этот лук, он вылез наружу. Но в основном не выходя из дома. Он объясняет это тем, что ему не хочется никуда выходить и не хочется работать. Он там какие-то у него терки с мамой, бабушкой. У меня вот тоже чика-пока, чика-пока, чика-мама, чика. Сейчас вот недавно я опять нашел его канал. Он рассказывает о том, что он начал как-то общаться с людьми, с блогерами, которые пытаются ему помочь. Один из них пытался ему найти работу. Поняли, в чем прикол? Вот он прикол был. Вот он был прикол. Поняли? Поняли, нет? Сейчас вам несколько секунд дам. Но недавно я посмотрел видео, которое у него в его группе было. Он рассказывает о том, что он как бы не просто домосед, но в какой-то степени больной человек. То есть я больной. У меня вот болезнь такая психологическая, то есть как бы, ну. То есть вот у меня. Внутри меня какая-то вот херня такая. Поэтому у него вот именно нежелание общаться с людьми. В принципе, мы все немного домоседы. Я и сам. Что-то у меня аккумулятор подсел. Придется видео дописать дома. Вот я и пришел домой, ребята. Камеру не зарядил, аккумулятор, он у меня сел, подвел. До этого я писал в гараже видео, пишу в сильном разрешении, в большом, поэтому аккумулятор садится очень быстро. Продолжаю свой обзор канала Толяна, обсуждение, но не осуждение. Как я до этого сказал, человек, каждый выбирает свою судьбу, как ему жить, с кем общаться, с кем не общаться. Толян вот представитель такой вот определенного слоя населения, нашего, зарубежного, потому что таких людей очень много по всему миру, которые выбрали такой путь жизненный, такой образ жизни, вот так вот можно сказать. Ни с кем почти не общаются, сидят дома. Я как до этого говорил, я сам в последнее время стал довольно-таки домосед. Конечно, в его молодые годы, в 20-25 лет, меня трудно было дома удержать, но сейчас мне тоже не особенно хочется куда-то идти. У меня приходят выходные, я иной раз и думаю куда-то сходить, а мне, в принципе, и некуда идти, кроме как в магазин, в гараж. Ну, вот сегодня прогулялся немного по лесу. Погода хорошая, снежок такой небольшой идет. Ну, там пофотографировал немножко. Значит, один из людей по поводу Толяна говорит, что вот как бы насколько мы Толяны. То есть это уже Толян настолько стал популярен, у него 70 с лишним тысяч подписчиков на канале там. Вот, и уже это как у нас раньше была обломовщина, у нас уже толянщина пошла. Вот, он кто-то его лентяем считает, кто-то там нехорошими словами обзывает, он вынужден там и
ограничивать и блокировать каких-то людей. Он в одном из видео жалуется на них. Ну да, не все могут поддержать человека и в таком вот образе жизни, и он как бы... Многие его осуждают за то, что не работает. Но я как говорил ранее, что он, в принципе, наверное, и не может работать, поскольку он как бы немного нездоров. Качика-па, качика-та, качика-та. Делайте, танцуйте и всего вам хорошего. А я уже устал, я пойду сейчас отдохну немножко. А то я очень устал. О, чика-па, качика-та на меня хоть. Не могу, отдыхалку уже. Схватила мне. О. Вы слыхали, когда я... Он сам об этом говорит. Потом, как сказать, вот я, например, себя не считаю несчастливым человеком, я просто одинокий человек. В этом тоже свои преимущества, свои плюсы есть. Я знаю, кто на кухне там оставил грязную посуду утром, когда я туда приду и увижу ее. Знаю, ну, в принципе, мне легче искать вещи какие-то потерянные, потому что... Кроме меня их никто не перепрятал, это сделал только я. По поводу Толяна, ну, там блогеры, с которыми он стал общаться, пытаются найти ему работу, пытаются его с кем-то познакомить. Он, в принципе, парень-то молодой, ему, наверное, хочется и с девушками познакомиться. Пусть я худой, пусть я такой, но... У меня с этим делом, с членом, с этим делом, у меня все, у меня член в полном порядке. Я даже, понимаете, то есть, понимаете, что такое быть таким любвеобильным, таким нежным, романтичным, как я, и ни разу не иметь секса? Да я схожу с ума, у меня... Ну, насколько вот этот его образ жизни согласовывается с девушками, я не знаю. Девушки там хотят, чтобы им что-то дарили, что-то их выгуливали. У Толяна нет денег, нет желания, чтобы... идти куда-то с девушками на свидание, он предпочитает обитать в своей среде, в своей квартире. Это его выбор, это его право. Ну что тут поделаешь, у нас у многих сейчас жизнь стала виртуальной, больше чем реальной. Друзья виртуальные, общение виртуальное, мы больше смотрим фильмы, чем читаем. У меня как бы был такой период, что мне... Как бы сильно это не понравилось, я увидел изменения, я в своей жизни провожу очень много времени в интернете. Мне не хотелось заводить друзей виртуальных, потому что это ненормально, когда у тебя, например, день рождения, и к тебе никто не приходит, а друзей там несколько сот, в Одноклассниках, в Фейсбуке, где-то еще там. Это получается какой-то самообман, это подмен какой-то уже, неестественный образ жизни. Толян также снимает разные видеообзоры, в основном это какие-то дегустации не очень полезных продуктов. Видимо, людям нравится смотреть, как толянами травятся разные заварные вермишели, разные полуфабрикаты там. Толяну присылают очень много посылок с продуктами, он их распаковывает также. Показывает, как он употребляет эти продукты, благодарит людей. Ну, кто-то ему там и деньгами помогает. Ну, я ни в коей мере Толяна не пытаюсь осудить, я просто порассуждал на эту тему, только и всего. Это его выбор, пусть он так живет. Неизвестно, что с нами будет, какими мы станем за какой-то период времени. У меня вот, например, есть один такой человек знакомый. Он, не знаю, это, наверное, склонность может всех на старости лет становиться скупердяями. Человек экономит воду. Он, как рассказывает, в одной воде умоется, в ней зубы почистит, потом еще пол помоет. Это уже, конечно, абсурд такой. Другой человек живет, в квартире свет никогда не включает. У него, как ни посмотришь, дом напротив, свет не горит. Я говорю, как-то встретил, говорю, где ты? Он говорит, как дома? Я говорю, а что свет не горит? А я экономлю. Человек один без детей, вот деньги собирает, а сам выглядит уже как бомж. Не знаю, это, наверное, крайности такие. Дай бог мне не дойти до такого степени. Я не выдаюсь какими-то экономическими изысканиями в своей жизни. Не особенно экономный человек. Но вот недавно счетчик зарегистрировал на воду. Он у меня стоит уже 2 года.
А зарегистрировать все никак времени, руки не доходили. Сейчас вот сделал это дело. Не знаю, насколько я стану воду беречь. Но мне кажется, надо жить и не нужно себя особенно, ну, ограничивать в чем-то. Ну, растрачиваться тоже не стоит. Ну и становиться скупердяем и себя ставить в рамки там, что лишний раз воду не включить, свет не зажечь. Ну, фигня какая-то получается. У меня компьютер включен почти целый день практически. Я не экономлю. Вот. Не знаю, что-то хотел записать, по-моему, ничего толком не получилось. Толян персонаж такой занимательный, таких Толяна много. Я тоже, наверное, отчасти такой же, как он. Но не совсем. Далеко, конечно, не такой, как он. В принципе, я живу самостоятельно, я сам зарабатываю, сам живу, сам убираю, стираю, готовлю. В общем, независимый человек. Я не завишу, как он, от мамы, бабушки, и квартиру мне не с кем делить, хоть она и маленькая, небольшая у меня. Ладно, что-нибудь, может быть, придумаю, еще что-нибудь запишу, более умное, чем на этот раз. Всем пока, всего доброго. Thank you.